Приехала вот калинка. Заленное крылышко повреждено. Вот он, залом на крыле такой некрасивый образовался. Вот здесь вот кант крыла вылез. Вот оно. Должно быть ровненький такой овальчик. Вот он. Ну и вот он. Вот он виден. Надо попытаться подаккуратить это дело. Так, ну вот она, наша крылышко. И вот он такой красивый залом на нем получился. Давно. Полгода. А вот он, счастливый хозяин. Ну вот, под покраску лихтовка получилась у нас. Более-менее ничего вышло. Вот я снимаю со вспышкой, вот без вспышки. Ну, скажем так, если не приглядываться, не очень видно. Но красить надо по-любому.